Шумела, волновалась Иудея, пришел в движение Иерусалим. В притории судили Назарея, приговорен был к смерти Божий сын. Перед народом, ложью озлобленный, стоял безгласным он царь небес. Был словно агнец кротким и смиренным, готовым принять смерть, зайдя на крест. Над ним смеялись, полонитом били, в лицо плевали, бичевали вновь. Потом венец терновый возложили, из-под венца струей стекала кровь. Подняли крест, и к древу пригвожденный повис Спаситель, мира Божий Сын, царь иудейский, злобно осужденный на смерть народом избранным своим. Реченное пророками случилось, предсказанное ими о Христе. Иисус воскликнул громко: «Совершилось!» Склонил главу и умер на кресте. С креста истерзанное тело сняли Иисуса тайные ученики и, поглощенные печалью, в слезах Христа в гроб каменный несли. Казалось, навсегда оно почило, на третий день свет землю озарил, то ангел, словно яркое светило, сошел с небес и камень отвалил. Христос воскрес, расстогнув узы смерти, он грешникам испуганным вещал. Христос воскрес, несла Мария вести, возвестить его ученикам. Та весть, как солнце, утром засияла, исчезла тень и растворилась мгла. Та весть, как вечный праздник ликовала, как радугой всю землю обняла. Она горела, верой зажигая холодные и черствые сердца. Она гремела, души пробуждая, жить для любви, для мира, для Творца. Сегодня светлый праздник воскресенья, та повесть чудная пришла и к нам. В Христе распятом мы нашли спасение, воскресшим оправдание сердца. Христос воскрес, звучит нам весть благая, Бог совершает чудо из чудес, когда и ныне сердце воскрешает для жизни вечной, как Христос воскрес. Аминь.